У тебя есть ассист? О, подходи. Ты дурак? Я подветер. Никита, ты дурак? Что? Какой нахуй ассист? Не похуй на ассиста твоего. Ассист по сумону, я сказал. Хубав, давайте. Кому чего не хватает, пишем. Лутер мне дай. Вместо кулака, блять, хотя бы просто дайте каску по шаману дайте. Три паладина. Сер, посмотри, да, видишь? Охотник в задницу. Вот возле меня стой и все. И бей босса. Каску по шаману. Либо я не вижу, но в шамане есть каска. У вас есть шаманы? Есть. Просто я не вижу ее. Все, есть, хорошо, поехали. Ноль ДПС. Что, а ты куришь? Да, Гера пошла. Что
А чё мне какая-то фигня дамажила? Ой, блядь, сука, наконец. Ты только вчера о нем говорил. Да, наконец. Чё, напутственники тоже крутые. Или у тебя уже есть такие наручники? Вот так. Сейчас пас. Не расскажите, что мне в конце дамажило. Дамаг. У меня какая-то фигня висела и типа доток. Дамажил. Спасибо. Тину босс кидает зеленую. И она дамажит тебя. А, чем фигня, да. Я готов. Можно? Нет. Ну, ты держи рыбу. А там нич перезаходит. Бахните, пока я нот. Данич, ты соло? Нет. Шатница, давай лови. Так команды не было. Да, Эрл спит. Достали удочки и поехали рыбачить. Просто забыл сказать. Вот кружок. Звезда Тензера. Хочет, он говорит, нет цели. У меня нет цели. Что там у вас? А он не нажимается. Да вот не рыбачки умеет. Вот свою удочку достать. А ну реально как-то вот смотри, как закинул тип. Да, кстати, не тыкается. Ну-ка, может лут спинее попробую? Не, оно видит по краям только кидается. Да, это не лут, ничего не шедево. Ну я такой баг только на форму. Может попасть, вот видишь, только в самых краях можно жить. Вы реально рыбачки умеете. Рыбаки любители. Э, куда я поплыл? Жоп. Я, короче, что вы тут делаете, кыш? Я в тексты ушел. Нет. О, супер фишка. Не уйди. Ты щернулся? Да. Тут нельзя тяжесть больше. Раньше можно. Сейчас пак просто. Беги, малышка, беги! А вот как он? Прыгнул, что ли? Ну, который... Прыгнул, значит, да? Mm.
делать? Прыгающий мед. Походу, если объясняю. Если кастует водомет, ты залезаешь под воду. Потом выныряешь обратно, стоишь у столбика у него хаки. Если ты не знаешь, ты перед боссом не спрашивай просто. Когда он погружается, появляются наги. Ты будешь вставать, вот сейчас грилить, вставай ромбик себе. Не бей их, пока их не соберут. После того, как собрали, били. Да как, где крипа? Скилл, он тут все сломал. Дай мне. Давай. О. Внимание. Не хили мне это дальше, урон.
Вот нет. Что вы? Его оно и не начиналось. Он только пришел. Нельзя что ли уходить? Сергей, корень, блядь. Что за. Ом, дубинка, еще одна тринка крутая. Только пришел и обоссался. Молоток танковский, да? Да. Молоточек. Нагло бери, да. Сеюженька. Суммонатик, босс. Сеюженька. Следующая ставка 1000. Ой. Сой. Она кила, там же написано, что она делает. Может в ДД носить, если тебе нравится. В МХ в особенности. За разные. Люди, сейчас суммоните, пожалуйста. Сейчас мы полкомнаты убьем, суммоните. Можете не бегать. Как всегда, самый сильный умирает самым первым. Сайбот, не прыгай. Стой на месте, ты. Да он от радости, видать, что тринку залутал. Ты понимаешь, ты прыгаешь, по всем заразам распространяется. Нет, не действует. Ну что вы хотели? Тема актуальна. У нас, кстати, сколько паладинов? Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь третью ауру. Ваша вторая аура не помогает. Давай. Ты поставишь же все? Не, ну скилл, ну ты же любишь тоже третью ауру, как и я. Вот он же слева стоит. Поехали. Пристабал здесь.
О, воронка. Что есть справа? Блять. Зверь большой. Чисто хуй. Да-да-да, скилл. Ебашь его еще, чтобы он точно на тебя побежал. Все правильно делаешь. Это же логика нахуй. Я видел, блять, дебаф на нем твоей ебучей огненной стрелы. Она не просто так юзается. Джек. Пустой. Мозги включите, не фрустойку вырубить. Енот в инвиз и ресы павших. Сейчас вспышку в среднем по сколько бьет? Без прока 30-ку с проком под полтинник. Не, без прока по 25 бьет. А Starfire по 26-27. Капец какой-то. Сколько у тебя СПД сейчас? 5560. Больше, чем у меня, получается, должны критовать больше. Не знаю. Наверное, что ты не так делаешь. Да, скорее всего, из-за стаков. Что у нас стаков уже больше дают прибавку.
Никита, дай на побать. Тоже мне в плен. Заходите туда. Здесь держи, Даня. Даня, держи здесь. Понять? Не забываем шаманы, когда контролит с бесами, цепной не хилить. Шизик, обезоруживание первым кидаешь на вихрь. Шаманите, говорю. А то вторым. Если сильнее, тоже шаман. Обезоруживание. Шкаф ставьте. Да. Угу. Рыбу ешь. Я может. Короче, бьешь босса, когда возле тебя копия появится, будет тебе, тебе надо ее быстро убить. Все. Ну и от вихря убегать. Просто бафф интеллект. От кого убегать? Какая разница, хил на хил все равно на тебя кинет, да. И сейчас увидишься, когда он, блядь, крутится. Он, у него агро нету, поэтому, типа, каждый человек, который ударит, на него сразу 100%, и может пойти в ту сторону. Просто бежать, желательно. Потому что если он заденет, он вешает доту. Кроу пускание, типа, и дамажит сильно. Все, поехали. Я босса не вижу. Молодец. Очки один. Гера.
Так, я сейчас вспомнил. А кто у меня демон? Шизик, Дизар. А Шун же вроде, нет? Нет. Ируня была демоном. Заебись. А, ну еще один нет. Все мои есть демоны. Есть. Надо будет спик. Думаю, почему, блядь, ДПС, ну не хватает. Вижу, вспышка не вся крутует. А у меня вон, блядь, электрики. Расплодились. Да наражают без того луков. Скарч, этот тем не ощущается. Дура, ты не можешь стать демоном на время? У меня есть, но я ДПС не выдам, я потому что им где-то полгода уже не играл. Я даже не помню, как играть им. Цепной не хилим шаман. Демона свой убиваем, батя, вон, ебашь своего демона. Серебро собери с них, у меня денег нет. Салют, дайте на меня. А чё она агро сошла у вас? Ты 5 отключилась или чё? Дизармшись. Да. Давай, эту дизарм. 50 серебряных. А вот, что? Тихо, Войд, подними скилла. Цепной не хилим, убиваем своих. Изи майми, 70 серебряных. Эй, енот. Ну, по приколу, я не знаю, лутать минус. Ладно уж, Дизарм, лутать минус. И да. Наличие. Именно ХП, они. Еще бы знать, за чё минус. Объясни же, что делать. Никита, ресни, Вара, енот, ресни, Ретрика. Лёха, встань сам. Давайте футбол. Демоны, цепной не хилим. Где демоны?
вас дебаф. Можете отойти от того, на кого кидает демон. Огненный шар. На вихре сдохните сразу. Ой, жуть какая. Откуда нас так? Да, вот нельзя. Кто рекам? Может? Кто рекам? Тензера на рогу, Лёха на хила заходи. Открой тогда, пожалуйста, наруч. Так ты ж потом зайдешь. Ну, а вдруг ты раньше будешь кролить, чем я зайду. Все, ладно. Дай мне коин. Свой надо иметь. Значит, серп на замену, раз у вас нету нихуя. Веруния в рейд. 7-й. 17-ка. Пиздец. Чё сидит Шерик с тобой? А чё упало? Шерик, а мне тут просто надо ДПС мерить. Почему? Ещё как тот. Не знаю, я не стопаю, мне похуй. Блядь. Заменим кастера и медик на этом бусе. А, Смодеус выше меня по ДПС. Чё, потому он медик? Потому что Асмодеус не шизик. Аргумент. В смысле, за наручи такая борьба идет или чё? Да, за эльховские наручи. Слушайте, что ли? Блин, на прошлом году их распылили. Только на прошлом эти покажи. Батя, ну, может быть, бы их хотел, если бы ИПМ не был такой помойкой. Я смотрю их часто пыля, когда энхов нет. Кстати, большие будут лужи. Имейте в виду милишни. Я понимаю, что коп на БМа тоже хороший. Больше чем ты сейчас валит? Надо одновременно убивать. Один. Нет. Следующий нормальный. Уже вышли? Это лужа. Подниму. Да, пока трёшь её, так что как хочешь, как быстрее для тебя. Быстрее долететь. Батя, кинь мне обмен. Батя.